Президент Дональд Трамп получил Пентагону создать космические войска, 6-й вид вооруженных сил после армии, флота, ВВС, корпусы морской пехоты и береговой охраны. Трамп подчеркнул, что США не просто должны присутствовать в космическом пространстве, а доминировать в нем. США и Южная Корея согласились отказаться от проведения совместных военных маневров, которые должны были пройти в августе. Президент Трамп ранее высказался за отмену этих учений, пока США и Северная Корея ведут переговоры. Сенат США заблокировал план Белого дома ослабить санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании ZTE. Сенат поддержал законопроект, запрещающий ZTE покупать комплектующие в США. Этот законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и президентом Трампом, который пытался смягчить санкции. США ввели санкции в отношении ZTE за продажу запретных технологий Ирану и Северной Корее.